много рыбки, которая привозная идет, и идет она не только с России, но и со всего, ну, разных океанов и морей. И та, которая дальше всего, она очень долго приходит, во-первых, и во-вторых, это ну, получается, дорого она будет стоить, так как идет паром или корабль. Вот получается, сама переправка этой рыбы, она вот дорого становится. Вот если на пароме отправлять товар даже с Москвы, то это идет 10 дней. Это не очень хорошо, нам это как бы долго ждать и невыгодно. Ну а на самолете очень дорого отправлять. Раньше, да, раньше железная дорога, короче, ждем 2 дня, все как положено. Я думаю, что просто сейчас ужесточили проверку на границе, литовцы именно, они же как-то нас сейчас не очень любят. В принципе, мы, кто связан с овощами, с продуктами, мы никаких проблем, в принципе, не чувствуем, никаких. Потому что машины, как ехали, фуры доставки идут. Все есть на прилавках, все есть, спокойно, нормально все. И кто работает нормально, полноценно живет жизнью, хватает. В Литве, в данный момент,因为立陶宛对价格的影响，当然主要涉及的进口的食品和水果。顾客呢对目前这个价格的上涨呢，他们认为呢对自己的生活呢没有特别大的影响，而且他们也相信呢，在未来呢，俄罗斯的政府包括当地的政府都会对这个物价的这种调控做出一些新的选择和新的方案。